Алоха, с вами Энистар. И если сейчас моя картинка заглючит, не переживайте, моя камера просто решила меня поздравить с наступающим Новым годом. Кстати, раз уж мы заговорили про Новый год, а есть ли у вас новогоднее настроение? Если честно, это время, в принципе, до вчерашнего дня или до позавчерашнего, где-то так, как где мне найти новогоднее настроение. Увы, я нигде не могла вдохновиться, почему-то все меня бесило, раздражало и не было просто никакого новогоднего настроения. Мне кажется, что сейчас почему-то у большинства людей вообще отсутствует это новогоднее настроение, нету никакого праздника в душе. И почему так, не знаю, видимо, жизнь настолько стала тяжела и нелегка, что нету даже простейшего новогоднего настроения. Но вы знаете, со вчерашнего дня все начало меняться в лучшую сторону, по крайней мере в моей жизни. У меня начало появляться хоть какое-то новогоднее настроение. Ну, во-первых, у меня уже закончилась учеба, это, наверное, самое лучшее время, потому что наконец-то наступили каникулы, я могу отдохнуть. Поэтому сегодня у меня выходной, и я решила потратить этот день на себя. И, кстати, я даже не купила подарки. Пока что. Я надеюсь, что я это видео за сегодня смонтирую. Если нет, то я думаю, я его выложу уже завтра. Сегодня я хочу поговорить с вами об этом новогоднем настроении. И также хочу рассказать вам способы, где можно достать это новогоднее настроение, купить его в конце концов. Ну, в общем, я желаю всем приятного просмотра и поехали. Знаете, сразу хочу сказать, что бы кто ни говорил, но всегда приятно потратить время на себя любимого. Пусть там, не знаю, земля упадет вниз, сойдет с орбиты, но время потратить на себя всегда всем приятно. Кто бы что ни говорил, потому что некоторые говорят: «Ой, да что это время на себя тратить? Это такой эгоизм». А на самом деле сами идут там где-то и на себя тратят время, идут в спа-салон и так далее. И, честно говоря, сегодня я решила потратить день просто на себя. Ну, знаете, это не прям такая масштабная трата времени, но, тем не менее, я сегодня просто пошла, сделала маникюр. И, если честно, это мой второй за жизнь нормальный, один из самых нормальных маникюров. Вот я прям честно говорю, да, еще есть такие люди, существуют девушки, которые не делали себе нормальный маникюр. Да, честно, мне сейчас стало стыдно, и я начала осознавать, как это ужасно. Да. Ну, в общем-то, суть в том, что я потратила время просто на себя любимую. И вы знаете, настроение у меня реально повысилось. И я поняла еще одну такую за сегодня главную и важную вещь, что в жизни всегда будут происходить какие-то неприятные моменты, какие-то будут появляться не очень приятные люди, не очень приятные ситуации, которые как бы вообще хотелось бы избежать. Если есть такая возможность, то, конечно же, избегайте их. Но все же иногда бывает такое, что мы сталкиваемся с этими проблемами, с этими проблемами. Короче, вы поняли. Или же сталкиваемся с какими-то неприятными людьми. Я поняла просто, что не нужно тратить на это свое время, и не нужно вообще на такие ситуации обращать внимание. Потому что они рано или поздно все равно или же начнутся, или они появятся. И поэтому нужно вообще не уделять времени. Вы вообще родились не для того, чтобы быть тупым нытиком и замечать только негатив в своей жизни. Вы родились, чтобы что-то приносить хорошее и как-то просто заряжать позитивом себя, в первую очередь, и других людей. Вот что я хотела сказать. Я надеюсь, вы поняли суть всего этого маленького разговорчика. Итак, подведем итог. Первая вещь, которую вы можете себе поднять настроение, это потратить время на себя. А вторая вещь, которую вы можете поднять себе и создать новогоднее настроение, это встреча с друзьями. Это, наверное, одно из самых важных, я бы сказала, вещей, которая просто сделает ваше настроение. Я думаю, у всех есть хоть один друг, если даже нету, есть знакомые, с которыми можно собраться просто в хорошей компании, погулять где-то, походить. И мне кажется, это отлично поднимет настроение, потому что друзья, знаете, это такая как маленькая семья, которая создает вам какой-то уют и теплоту именно в душе. Вы можете посмеяться, пошутить, и вы знаете, порой, даже не порой, а всегда с моими друзьями, когда я собираюсь, всем сразу хорошо становится. Даже если мы пришли с каким-то плохим настроением, и мы начинаем шутить, сразу, знаете, обстановка разряжается мгновенно. То есть атмосфера создается, и это очень классно, и мне кажется, это такая одна из самых главных вещей общения
шутки пошутить и так далее, которая просто вам сделает настроение моментально. Далее, конечно же, я посоветую вам посмотреть какие-то новогодние фильмы, мультфильмы, кто что любит. Вы знаете, мне в последнее время захотелось посмотреть Барби, потому что у меня есть любимая Барби в детстве, я обожала Барби, и, в принципе, сейчас этим мне нравится, но не так по-детски, скажем уже. Я сейчас могу посмотреть Барби, потому что мне это нравится. Почему я должна думать, что это плохо, если мне это нравится? И сейчас я хочу посоветовать вам пару новогодних фильмов. Первый фильм — это «Хроники Нарнии». Этот фильм просто шикарен. У меня с ним очень связаны хорошие моменты в детстве, потому что мы с сестрой и братом всегда смотрели этот фильм, и как-то всегда такая атмосфера между нами была просто прекрасная, создавалась. И я хочу передать привет всем своим братьям и сестрам, а их аж трое. Привет, Андрей, Алина и Элечка, привет. Я знаю, что ты меня смотришь. Я тебя очень сильно люблю и вообще вас всех очень сильно люблю. И просто хочу передать вам привет через это видео. Я знаю, что вы рано или поздно посмотрите когда-нибудь это видео. Да, передала привет и поехали дальше. А следующий фильм, конечно же, «Один дома». Этот фильм просто шикарен, и без него не обойдется ни один Новый год. Вы знаете, сколько бы я ни смотрела фильм «Один дома», он мне не надоест вообще. Потому что в нем реально такая какая-то атмосфера новогодняя. Не знаю, насколько этот фильм крутой, просто непередаваемые ощущения. Также, если из мультфильмов, я девочкам говорю сразу, смотрите «Барби». А если кто-то и правда заинтересовался, то хочу сказать, посмотрите «Барби», «Барби и феи», там «Мермедия». Есть три части, и они все очень классные, про фей. И там «Мермедия» точно, я знаю, кажется, называется вторая часть. В принципе, я думаю, с фильмами мы пока закончим. Если хотите, напишите в комментариях, я в своем инстаграме, ссылку на которую вы найдете внизу, я оставлю список лучших, по моему мнению, фильмов на Новый год, также мультфильмов. Следующее, что поможет поднять настроение, это, конечно же, новогодние украшения. И когда, знаете, я украшаю свою квартиру, у меня создается безумно прекрасное, хорошее настроение. Именно вот это соединение слов «безумно прекрасное». Вчера я украсила свою комнату, и, вы знаете, наверное, именно из-за этого у меня поднялось так сильно это новогоднее настроение. Именно поэтому, потому что я украсила свою комнату, я очень люблю процесс украшения. И да, также хочу сказать, что очень поднимает настроение музыка. Советовать не знаю какую, потому что у всех вообще очень разные вкусы музыкальные. Но я слушала просто импровизации разные, саксофонистов слушала. И вы знаете, как ни странно, у меня вот именно Новый год ассоциируется с джазом. Я не знаю почему. Напишите в комментариях, какая у вас музыка ассоциируется. Мне будет очень интересно почитать. Но вот у меня почему-то это джаз. Такой легкий джаз, какие-то импровизации легкие. Настрой, в общем-то, на целый день, не только на Новый год, создают какие-то обыденные вещи. То есть, если вы хотите что-то поменять в своем настроении, именно в себе, скажем, внутри, вы должны поменять какие-то вещи, которые вас окружают. Самое первое — телефон. Но нет, вы сейчас подумали, наверное, телефон поменять. Но хочу сказать, что нет, я говорила о тех же обоях, которые стоят на телефоне. Это на самом деле безумно меняет ваше настроение и ваш вообще настрой в целом. А также у вас может поменяться настроение из-за того, что вы немножко переставите вещи у себя в комнате. Даже на той тумбочке, которая у вас стоит возле кровати, если у кого-то она стоит, конечно же, вы можете что-то поставить как-то по-другому, и положить туда какой-то дождик, просто обмотать вот так вокруг вазы и поставить вазу, там, не знаю, какие-то веточки. Это будет очень смотреться по-новогоднему, круто. И вы знаете, вы будете на это каждый день смотреть, и у вас будет подсознательно создаваться это новогоднее настроение. То есть у вас должны быть атрибуты Нового года. В принципе, это были все советы, как сделать, создать новогоднее настроение у себя в голове, в душе, и думаю, это видео вам понравилось, и я хочу еще раз поблагодарить всех вас за то, что вы меня смотрите, и мне очень приятно, когда вы мне просто пишете в директ, мне пишут и мои знакомые, и просто незнакомые люди, мне писали девчонки с России, мне безумно было приятно, они говорили, мы тебя смотрим, и знаете, это настолько круто, да, как бы
По меркам Ютуба 89 подписчиков. Я не знаю, когда у меня будет, сколько у меня будет подписчиков, когда я выпущу это видео, но вот то, что есть сейчас, 89 подписчиков. По меркам Ютуба это очень мало, да? Но вот если честно, так задуматься просто, меня могут посмотреть во всем мире. Меня люди могут просто найти и посмотреть. Там, в тысячах километров. И они меня смотрят, и они говорят, что у тебя крутые видео, и мы в хорошем настроении всегда после просмотра твоих видео. Это просто правда приятно, и настолько меня радует то, что я могу принести какую-то радость, какое-то хорошее настроение другим людям. Мне это очень приятно, и мне просто душа радуется, то, что я могу хоть кому-то, ну, поднять настроение. Спасибо вам большое за теплые слова. Хочу сейчас это через видео сказать всем большое спасибо за просмотр. И я не зря это так всегда говорю, потому что мне правда приятно. И в этом видео я тоже хочу сказать всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибо, что вы меня смотрите уже немало, я вам скажу. И просто хочу всем передать огромнейший привет. Большие воздушные поцелуи от меня. Опять же сказать, до скорой встречи в следующем видео. Всем пока. С наступающим Новым годом. Peace.